Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Far Cry. Давненько ее не было, реально давно не было. Видел в комментариях, просили. Так вот, бегу я совершенно не туда. Мы закончили, если не ошибаюсь, на миссии, когда нам нужно было спасти урку. И вот... как будет... А, нормально! Как ты, красавчик! Вот, а его то ли похитили, то ли он ушел, то ли еще что-то. Вот я вот уже подзабыл, но дело десятое на самом-то деле. Сейчас мы тут все оформим. Давай, КТ! А как же полный привод? Блин. А я там сейчас... Чеми отсюда. Кошка недобитая. Так, ладно. Так, на лоподорожке. Ты мне что не сказал-то, а я тут бегу. Я ж тут, блин, полный привод, все дела, бляха. А нихера себе, как... Как туда теперь подниматься-то, блин? А, нет, там нормально, сзади можно выйти. Так, пойдем. Там, короче, нормально, скала-то зак... А что, ты устала, что ли? Давай. Ты ж КТ, ты ж великая, там, сильная, там, туда-сюда. Все, пошли. Бежим. Еще бы поспоминать все, вот честно, уже все позабывал, ну ладно. Так, он где-то должен быть в пещере, насколько я понял. Че ты споткнулась? А во что ты споткнулась, блин? Спотыкаться не во что. Не, ну пещера, конечно, замечательно. Ой. А на нем... Да, ешенько. А как туда подниматься-то? Это обратно по дороге. А, не, вот, нормально, правильно. Все правильно идем. Все, нормально. Земля, шарик маленький, кругленький, с тылу зайдем. Ну вот, вот, смотри, нормальная дорога для людей, для животных, для меня. В конце концов, а то, блин, тут хожу. Не понятно, где даже. Ладно, хорош, давай-ка вот сюда. Опа, стоп. Как тебе там слезть-то? Слышь. Я уже забыл, как сладить. Все, не отпускает меня кошка. Пойдем посмотрим, что тут забыл. Есть что? Мяско. Намана, помогите урке научиться летать. А, легко, сейчас подожди, скалу повыше найдем, вон там он хороший. Ладно, пошли. Сейчас научим, сейчас его всему научим, уму разуму. Что не надо ему летать, блин. Не, ну ты, конечно, охеренно изучаешь способы полета птичек. Птица говорит, ты урки говорит, как летать. Ты урки говорит, как ты летать. А, типа, допрос пристрастия. Уинджа. Уинджа. Ты улетать, мелкая тварь, улетать. Урки, как пицца, летать, очень хотеть. Урки, сан патра. Урки, перьев нет. Перьев нет? Перьев нет же. Ты смотри, какой гений! Ты умный, ты очень умный. Ты помогать урке сделать перья. Тогда урки летать. Тогда урки летать. Ты помогать урки сделал. Да, бляха, да. Полетели. Мозгов, как у курицы. Да хрена тебе перья-то? Лети в слону пиццу. Что делать надо? Так, убейте животных, добудьте шкуры для... Нихера себе. Так, это что это? Макака? А, не, вот тут. Пойдем туда, что? Так, оружие. Намана. КТ! Где КТ? Вот КТ, нифига себе. Ты какая-то исхудала, что ли? Маленькая какая-то. Мне казалось, она больше была. Ладно. Давненько мы на этой скотине не кат... А, кстати, а что это? На! Грызи его, грызи. А, F. Я что, Е-то нажимаю? На, вот жбан тебе еще. Кого убили? А, в смысле, кого убили-то? Алло. А, кошку убили? Ну, ладно. Нет, подожди. А жрать как же... Блин. Черт! Твари поджигают. Горю. Волки позорные. Кошку драную убили. Конечно, ага, попаду я. Аж 3 раза. Нет, попал, смотри-ка. Да ты, бляха. А, во, лечить. Контрол, лечить. Блин.
как хорошо, когда подсказки есть. Никогда, не, слышь, никогда не отключай подсказки. Это вообще великая вещь. Даже если ты уже дохрена умный. Вот как я, например. Только ни хрена не помню. А ты, бляха, ты слышь, Нео. На, собака какая. Так, у нас КТ убили окончательно. Сейчас, сейчас, сейчас. А в меню зверей. Ё-моё. Меню зверей. Меню зверей, подожди. Ах ты, падла! Ах ты, скотина ты, блин, а? Крыса ты, блин. Кустарная. Детская база еще одна. Крыса кустарная была, точно видел. Оттуда прилетела в жба. А, он помер там. А чё помер? Дурак, что ли? Сам по себе помирать. Хорош, ладно. А, так подожди, да нет, не то. А где тут взять-то чё? Где оно? Тут валяется где-то. А, так это, наверное, вот это, да? Точно. Давай. Далеко не укатись. Томат, звериная шкура, мясо. Хорош. Это... То самое, да. Черт! Отменить. Это хорошо. Опа! Чайки вологодские нападают. Количество двух штук. Да не, это не чайки, это крысы кустарные. Это даже до собак сутулых не доросли, блин. Во! Намана. Ух ты. Нормально, это пир, тоже неплохо. Но вопрос-то в другом. Вопрос-то в другом. Совершенно в другом. Черт! Черт! Я, короче, блин, я забыл, как зверя вызывать. О, блин, ох ты. Отвратительно просто. Просто отвратительно. Забыл. Ладно. Это теперь наше, да, типа? А, так возьми, слушай. А не, зачем? Не надо, бляха-муха. Зачем? Отдохнуть. Отдохнуть, конечно, было бы в тему. Ладно, нам пока КТ. Так-то нам КТ нужен, конечно. Тут грызть рыбы. Кто опять? На, скотина. Второй. Вы откуда берете-то? Волки позорные. Чё-то не понял. Всех же поубивали. Откуда берутся? Чё за фигня? Ладно, это все фигня. Я, на самом деле, это все мелочи жизни. Я вот плавать только не хочу. Тут вон рыбы кусают. Бьют сам. А, впрочем, по хрен с ним. Давай, щучкой. Плывай давай. Во-во-во. За пятки черти кусают. Ой. Покусали и поплыли дальше. Смотри, еще одна щукула догоняет. Давай быстрее, греби, сейчас за жопу укусит. Не укусит, нормально. Нормально. Где там грызть рыба? Грызть рыба. Пиранька. Так, ну ладно. А, так подожди, нам она тоже нужна. А что это? Погоди. А как мне на нее охотиться? Давай сюда. Сейчас мы какую-нибудь грызть рыбу-то поймаем. Как их ловить-то? Черт. Во-во, плывет, смотри, смотри, смотри. Во-во, плывет, плывет, подожди, спокойно. А как нее ловить? Я ж ни хренашеньки не вижу. Че, кого? Вопрос. И черепаху, нано. Я черепаху еще, по-моему, ни одну не видел тут за все время. А пододон сейчас не будет же, да? Так вот они. Вот, вот, смотри, приплыли. А что толку приплыли-то? Да вылезь ты, блин, ты дебил. Вылезь! Пятки подогни. Вот как мне вот ее поймать? Интересно, я один такой дурак, который на рыбу охотится с луком. Вот они-то вот они плавают, я-то их прекрасно вижу. Пока в воде. Не, ну так что-то так плохо вообще, мне так не нравится. Ладно, фиг с ним, давай погнали, пока посмотрим, кто нам тут вообще нужен. Снежная птица, черепаха, ворон. Давай с этими, эти хотя бы видно. Вроде бы как. Вот, смотри, летает кто-то где-то. А у меня, слушай, никакой-то нету. Давай, короче, поделаем. Я про то, что, блин, так-то. Паршиво так-то.
Я думал, может, какая-нибудь, я не знаю, там, палка, удочка есть, в конце концов. А он мне не пишет даже, как ловить, совершенно. Где? Да нифига он мне не напишет, конечно. Ничего он мне не... Так, давай помощь. Рыбалка. Есть тут рыбалка? Ладно, нету. Меню звери. Б. Хорош. Давай, резай. Намада. Мяско отдали, вроде как. Ой, бежит. Нормально, это вот оно, да? Оно нам нужно. Снежная птица. Конечно, вот, смотри, снежная птица, хорошо. Так, а где мы? Черепаха, ворона. Тоже, подожди. На, вот это. Стой, 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 стой. Да бляка ты, муха. Куропатка. Вот, еще возьмем. Не знаю, на какой черт. Перья. Где тут, подожди, дичь. Вот она, дичь. Все, хорошо. А где моя кошка драная? Вот нифига тут бегает, а? На. Эй, слушай, да как удобней. А какого хрена я с луком бегаю за ними? Кошка, лови. Лови. Кого-нибудь, как-нибудь. Где эти? Грызлики. Нет грызликов. Ладно, черепашка. Черепахи живут на пляже. Так, ты меня так не пугай, да? Черепахи живут на пляже. Легче мне от этого не стало. Пляжа нет. Черепах нет. Это черепаха? Чё это? Это черепаха. Нет, это хрень. Это хрень, да. Но оно похоже на черепаху. Может, сойдет ему. А зачем ему черепаха? Боится ушибиться? Типа из панцирей делает щитки там всякие защитные. Да в смысле нет места? Ёшкин кот. Мы далеко ушли? Ну, не то чтобы далеко. А, во, ну вот, да, в зону задания. Так, не, ну ладно, черепаху худо-бедно мы найдем с тобой. Ворону, ну, тоже постараемся. Что делать, пока я не понимаю с этим. С рыбой. Так-то. Это свои? Это свои. Рычит. Блин, а может, слушай, может у них... Может тут где-то завалялось, и что в конце концов рыбаки должны быть, наверное, нет? Но это все мое. А что мое у них делает? Блях ты, муха. Где это морская черепа? Парабей! Щучкой, щучкой, ни хера не вижу. При этом реально ни хера. Взять перья ворона. Да подожди ты, скумбрия. Все, взял, поплыли. Подожди, а... О, нет. А как мне вот... А, ты еще задыхаешься, да? О, нифига себе. Смотри-ка. Стоп, стоп, стоп. Надо! Хорош, стоять, собака такая. На, два... Два раза, хотел сказать, было. На, да стой ты. Где он? Ушел. А ты что не охотишься, слышь, давай. Иди, я не знаю, рыбку поймать, что ли, блин. Что тут такая бесполезная? Ладно. Мы уже нашли, в принципе, две штуки. Самых простых. Где? Что тут было? Ладно. Это, наверное, тот ягуар. Ну-ка, давай поспим. Давай до рассвета. В этом как бы все ничем. Во всей этой ситуевине. Если не считать того, что я эту грызть рыбу не вижу просто под водой. Я под водой достать ничего не могу, а над водой я ее не вижу. И черепахи не хотят со мной общаться. Казалось бы, что бы им бояться. Все-то на всего бегаю, убиваю всех подряд. Хорошо вообще. Так, ежедневные ресурсы, это нормально. Да, тут можно, блин, спать, спать и спать. А потом ежедневных ресурсов. Вон, смотри. Они на поверхность повылазили. Черти эти. Нет, показалось. Короче, вон, смотри, она там плавает, селедка эта. Сейчас мы кошки морду набьем, потом за селедкой. А хотя. Надо, поймал! Иди сюда! А что ты щеманула, слышь? Кошка драная! Ладно, а где? Тут где-то была. Она утонула? Она не могла утонуть, это рыба. Как она может утонуть? Она утонула.
Нормально. Смотри, поймали. Отличненько. Ну вот это как бы все фигня. Теперь самый главный вопрос. Где нам черепашку найти? Ах ты падла! Прискакала! Ускакала! Скачи обратно! Ты чё меня не охраняешь, слышь? Нет. Чё тебя седлать? Да не... Блин, ладно. Так быстрее будет. Пойдем, леща втащим вот это вот, кошки. Где она-то? На, скотина! О! Хорош! Ой, тут в леопердовых лосинах, блин, шкура такая. А ладно. Ладно. С этим все хорошо. Эти, я бы даже сказал, замечательно. Я им сейчас мстить только буду. Хе-хе-хе. Смотри-ка. Реально не мщу. Я мщу, и мстя моя страшна. Ну, давай, давай. Где-то, где-то. Вот еще. А там это, лососина опять на меня. Нападай. Давай быстрее сейчас затыкаться начну. Голова, грызть рыбы, это хорошо. Кошка, давай сюда плыви. Я знаю, ты воды не боишься, ты так не лекарь-пекарь тут сказки рассказывает. Допустим. О, черепашка! Нано. Хе-хе-хей. А как ее еще там? Да. Все, собрали. Вот, пятый черепах. Слушай, да мы вообще оперативно справились, смотри-ка. Просто молодцы, красавчики, ну-ка собери. Это у нас, по-моему, для лечения нужно. Поплыли. Давай быстрее, сейчас опять селедки будут за жопу кусать. Все. Вези меня, олень, в свою страну, оленью. Потому что как-то он... Она меня не защищает. Я ее тоже не буду. Нафига она мне? Кормить, главное, просит пожрать. Ну ладно, в принципе, она катает. Ладно, ладно, ладно. Не будем ее пока это... Голодом морить. Минимум, потому что она катает. А я могу как кавалерист? Могу. Ой, подожди. Кавалерист, бля, хмука. Пролетели мимо. Не, подожди, не мимо, нормально, все. Он наверх куда-то поперся. А, нет, все нормально, сюда, правее, правее, кошка. Давай сюда. Вот где-то он должен быть, наверное, даже здесь. Прыгай! А, вот так, значит, да? А где кошка? А ч... Блин, бестолковое создание. Долетел собака. Тоже бестолковое, но жизнерадостное. Ай, был урка, нету урки. Урки. Дайте два перышка, лети отсюда. Спасибо, спасибо, умный, спасибо. Теперь урки переделать. Ты идти, идти смотреть, урки как птица летать. Где-то это я уже видел. По-моему, это было в Саус-парке, когда Эрик Картман пытался научиться летать. Да я идти, идти, да. Я идти, я смотреть. Как урка превратится в лепешка? Мясная лепешка, котлетка. Вот так и назовем. Вот это будет и будет у нас. Первая отбивная. Оттуда она и пошла. Пойдем за дебилом. Понаблюдаем. И карм, бляха, недоделанный. Смотреть, умный. Урки над деревьями летать, как саблезуб с крыльями. Давай, ага, с тремя перышками. И на тебя приземляться. Умный. А на пареньку. А, нет, смотри, какой умный, да? Он там это, подсилочку себе делал. Короче, не, я был неправ. Отсюда не котлеты пошли, я перепутал, это история, да. Отсюда не отбивные пошли, отсюда Assassin's Creed пошел. Дебил. Как вообще даже идиоту могло такое в голову прийти? Даже неандертальцу, как? Может, видеть, сколько перьев у этой курицы, блин. И что она, и вон, летать-то не может. А он два перышка взял, полетел. А ты в смысле сожрала? Падла.
Сожрала, сожрала, фу, сожрала курицу мою. Где там, чё? А, вот там. Подожди. Сейчас камень наберу. Так может это сжечь надо? Где он пути-то? Ну вот тут где-то. А он реально тут пути. Ну-ка давай. Подожди, подожди стрелу. Наверное, надо было сделать так. А может быть все-таки и шашлык? Да не, шашлык отсюда появился, я тебе говорю. Ой, давай отойдем. Кошка драная, это не дура. Он мазохист. Подожди, так он тут пыхтит-то. А почему мне туда надо? Ладно, пускай пыхтит, хрен с ним. Погнали туда. Удам это бы понравилось. Отвечаю. Те ж каннибалы. Твою мать! Мужики, стой! А в смысле, подожди, так вы ж не мои. А чё притворяетесь, вы ж это... Подожди, или нет, это свои. Были. Твою мать. А вот это, наверное, свой был, а вот это не свой. Да хер его знает. Так, а вот эти педики, вот эти голубые, которые они не со мной были, это я помню. Это повелительница огня. А чё, мы все просрали, да? А чё ты не понял? А чё делать-то надо? Мы миссию просрали? Как вообще возможно просрать миссию? Давай, короче, это... Отбежим. Они тут типа зареспавнятся, наверное. Не, ну что-то, короче, не то мы делаем. Ну, смотри, этот сюда накрылся, навернулся. Так а он, может, окончательно накрылся, нет? Вылазь, падла. Но он прямо вот тут, да, пыхтит. Ладно, что-то мы накосячили. Пришлите большого шрама, чтобы стать настоящим повелителем зверей. Ну давай попробуем, раз уж мы рядышком тут оказались. Время-то у нас еще есть. Что у нас там? Приманка вот есть, отлично. Ладно, пойдем на большого шрама. Так, как там к нему подняться-то наверх на самый? Ох, ё-моё. А, нет, тут можно пройти, да? Все, отлично, поднимаемся, поднимаемся. Еще. Ладно, погнали, попробуем. Я не знаю, что с этим делать. А, короче, наверное, спасти наших. Вот, я же говорю, это гей, не со мной. На. Ну, я того перепутал. Он замаскированный был. Вообще, я их даже обыскивать не буду. Они нищеброды все. Так, дальше. Все, хорош. А с этим я не знаю, что делать. Мне кажется, я запорол квест. Есть у меня такие некие подозрения. Если так, то это будет очень-очень печально. Очень-очень паршиво, просто отвратительно. Свой, свой. Ты чё стоишь так, блин? Тут война идет, тут идиоты с неба падают. Тут даже возгорают. Голубые вон в засаде сидят. Чё, давай, грызи, грызи, да. Грызлик молодец, хорош. Пойдем дальше. Грызлик молодец, грызлик хороший. Я их все грызликами буду называть. А, в смысле? Я бы щитик... А, вот. А, так ёптать. Это не квест был. Это я его не запорол, это так. Не, ну я хорошо, вообще красиво. В упор, хедшот. Ну-ка, слышь, фаерболист, блин. Опа, хорош красавец. А другое дело. Так, ну давай, обыскиваем. Есть что? Событие винч завершено. Ну да, ты молодец, конечно. На, похавай. Жри. Да, и там тоже что-нибудь. Да, а что его кормлю тут, блин? Четыре, сколько, пять тел лежит. Что он съесть не может? Ой, мамонты, эти долбанутые на всю голову дебилы. За мной побежу, да? Не, нормально. Я просто их немножко побаиваюсь, они так реально больные на голову. Обидятся и начнут нападать.
Все. Слушай, кого-то тут пинают, походу. Да нафиг они сдались. Пойдем, короче, на медведя охотиться. Че, на этих балбесов только не охотился. А вот, вот, я же говорю, дебилы сейчас сорвутся. А они что-то до хрена быстро... О, медведь. Давай, короче, вы с медведем поделитесь, да? Слонопотамы. И, ага, сейчас за нами медведь еще вообще хорошо. Давай, они не могут, они так не умеют. Они так не умеют, они по-другому. Они в охоту умеют, лучше. Опа, и что такое? Пойдем сюда. Блях, твою мать! Дура, что ли? Я же испугался. Ай, твою... Он тоже свой был. Не, ну, есть хорошие, в принципе, там, новости. Во-первых, мы ушли от мамы. Во-вторых, мы научились офигенно точно стрелять на ходу, прям, в голову. Давай, плыви, кошка. Сейчас давай, на тебе дальше поплывем, поедем. Все. Только мы сейчас где-то в самом начале. Нет, подожди. Мы где это? А, ну не то чтобы в начале, нам нужно, в принципе, налево через мишку и к другому мишке. Пойдем. Налево через мишку и к мишке. План такой. Классный план. Так-то, блин. Не, не хочу я это собирать. Ой, там опять мамонт. Сейчас опять психовать начнет. Ну правильно, тут жара такая, он в шубе сидит. Он. Я бы тоже психовал бы. Вот ты попробуй вот в такую жару посидеть в шубе. Подожди, а что это значит вообще? Помощь Винджа. Убейте вторгшихся врагов, спасите захваченных Винджа, оставайтесь незамеченными. Не, не, я туда не пойду. Я... А, не, подожди, там другое было. Сейчас, секунду, я хочу посмотреть. Вот, что это значит? А, откройте уникальное место и познакомьтесь еще одним... Нет, вот. Война племен, убийство. Найдите врагов, убейте их и обыщите трупы. Ну, мы убили, только не того. Это очень-очень плохо. Ну, наверное, плохо. Не знаю, мне так-то параллельно. Ну так-то, наверное, не надо бы терять жителей деревни. Так-то это вообще отвратительно, я думаю. Так, вот, смотри. У-у-у. Давай, слазим. Жрем. А теперь думаем, там есть медведь. Как там медведа притомить? Давай-ка вот так возьмем. Так, ты сделал, да? А что еще есть? Ловушка. Не, ловушку нам, наверное, не надо. Вот приманка. Только я не помню, как приманку-то кидать. Блин, ты ж прикинь, да? Ты вообще все забыл, все подряд. Кстати, да, у нас же навыки, я что-то хотел, я же прокачивал что-то. Это что у нас? А, позволяет еще получать еще меньше урона в ближнем бою или при нападении зверей. Хорошо. А, вот, причина становится на одну ячейку здоровья больше, вплоть до 3 ячеек. Это нам не надо, это приманки и так далее, нет. Убийство, вот это, по-моему, я хотел. Нет, мне это нафиг тоже не уперлось. Сове команду. Совершенно быстрое убийство. Так, вот это, значит, да? Так, будет намного быстрее восстанавливаться. Ага, хорошо. Меньше урона от падений. Не, ну в целом-то неплохо. Че бы прокачать? Че бы такого прокачать? Давай, наверное. Не, ну мне тут как-то, блин, оно, конечно, прикольно, но оно как-то не прикольно. Давай, ладно, давай вот это вкачаем, да. Изучим. Подраненный, зато будем быстрее. А, ну да, я что туда полез-то? Я ж не для этого туда полез, я ж в помощь полез. А, приманку надо посмотреть. Враги максимум, кто крюк, жевалка. Исследование. Команды, вот приманка и приручение. А, ку, приманку, чтобы подобрать. Так, ну да. А... Все, понял, подожди. А как кидать-то?
смысле? Он мне не ответил на вопросы? Бляха, тут что ли в настройках клава геймпад? Управление, во. Прицел, атака. Лечение, бросок. Бросить камень, Т. Бросок. А, так в смысле это? Ну, а я что? А я кручу. Это подними. Молодец. Сейчас мы огребем по самое... Не балуй. А мы его разве не пробовали еще добить? Пускай. Пусть. Ну, логично. Что может быть еще в костях? Оно как-то... А, она как... О, понял. Вот медведю больше делать техника, каждый раз вот так плавать. Водный просто... Нет, с другой стороны, он ванну принимает, наверное, так, с утра. Так, спокойно. Так-то, блин. Знаешь, в чем? По-моему, вот это вот. Как его зажечь? Черт. Ну, давай вот тут подождем. Ничего там просто не видно. Че, поджог, нет? Как-то он держит ее странно. А его тут нету. Так, наверное, дальше надо плыть-то. А! Ну да! Давай вверх. Уж крюки у меня, точно. Хорошо. Во! Пойдем быстрей. Пока тут факел не перегорел. Как-то его еще можно было на кнопочку нажимать. Я потом посмотрю, зажигать в смысле. Не только через меню, а так еще. Ну, это я потом гляну уже. Или меж сериями, или так, может, попадется что-то где-то. Полезли. Че это? Это вот мы за этим, да, медведем шли? А сейчас нападет на нас, смотри, со спины, по-любому. А кто-то все рисовал? Пещерный медведь, проливать много крови. Я сомневаюсь, что-то медведь рисовал. А, во, отлично. А тут можно и отдохнуть, и все, слушай. Ну, в принципе, так-то мы вроде как, наверное, отдохнули даже. Как там потушить тебе? Ладно. Мы считаем, что потушили. Ой. Ты дура, что ли? А кто, я не понял. А там эти по-любому. Ладно, пойдем по следам большого медведя. Должны успеть. Либо он нас, либо мы его. А это мы где вообще? Идем-то мы правильно. А, вон у нас какая-то база. На, в жбан. А ты слышь? Во. Я же ему чувствую, что в голову там попал. Меня спалили, да? Меня спалили. Как я их так чувствую? Стопэ, стой! На! Забыла. Хорош, молодец. Так, давай пособираем пока тут. Спокойствие. Только спокойствие. Главное, сейчас пособирать все нормально. Пойдем посмотрим. Там вроде и деревушка, наверное. Ага, а вот тут, я так понимаю, должен быть медведь. Ну, я, конечно, вообще снайперски стреляю, ну ладно. Блин, ну я мышка за коврик заехала. Черт, стой! На! Кто тут? Чё? Где? Вот, давай вот это сожжем еще. Это скотина редкая, по-моему. На, я тоже так умею, смотри. Смотри, еще ловил. Еще лучше умею. Подожди, я тут стрелы взял. Дебилы. Мне вот тоже нравится вообще, как они вот так вот бегают. Это классно. При этом без брони, без нихрена. Так, обыскали, облапали. Нормально.
лапнул за сиську и пойдет. Потому что выглядит это именно так. Вот тут не надо было лапать. Ладно. Это кто? Не ори. Тут белая. А, подожди, это мамонт, по-моему, орёт, нет? Точно, смотри-ка. Это не мамонт. Ты кто? А кто ты такой? А чё это у вас до хрена, ребята? На. А в смысле промазал-то, алё? Да ты как мажешь-то? Ну я понимаю, что мажешь ты криво и профессионально. Ну так не делается, слышь? Во! Так, далеко ушли. Очень далеко ушли. Подожди, лапку вижу. Человечью. Где-то. Вот, взять где? Вот. Руку дальше. Нашел. Не помню, что она дает, но что-то она дает. Так, а что я слышу? Стой! Стой, кошка! Стой, говорю. Поехали. Че я пешком-то хожу? А, ну вот он, круг-то. Там вот этот какой-то баран, что-то такое непонятное. Что-то я не понял даже, кто это. Кто? Пума Рита! Я ее убил? Слушай, я его завалил, кажется. Или нет? Не, показалось. Она просто так шмякнулась. Думал, убил. Хорошо. Че у меня там по стрелам? У меня паршиво по стрелам все. С другой стороны, мне как бы это, блин. Они, наверное, меня сейчас вообще нисколько не спасут. Че это? Где это? А, вот он, искать. Это не то все, это все шляпа. Мне нужны деревяшки. Мне нужны прямые, хорошие, крепкие деревяшки. Так, ну мы опять куда-то далеко ушли. А как мне его найти-то? Ну-ка, давай вот так пробуем. Вот, точно, смотри. Это человеки. Я почти что уверен. Что это следы человеков. Вот этих вот самых. На. А что-то вы крепкие стали сильно. Ну реально, смотри. Прям вообще снайперы. Да пофигу, пойдем в рукопашку. Я ж пошутил, ты что, дурак что ли? Какая тебе рукопашка? Во! Кто это? Нет, это не медведь! Кошка драная, давай защищай меня! А ты чё не... Ладно. Ладно, скотина, ладно. Подожди, ну это вот все следы так. Я следы... Медведа-то не вижу вообще ни разу. Зато слышу, как нас охотится. Собака, уйди отсюда. Ай, да конечно, ага. Стой, стой, я тебе сейчас, я тебе дать затыкаю. Затыкал. Смотри, канапе почти что было. Прям навертел, насаживаешь и крутишь, нормально. Смотри, опять бежит. Кто только не вижу. А, так это койоты, фу. С этим даже не интересно. А вот тут вот уже вот любопытно, где мне найти мишку? Косолапого, блин. Ладно, допустим. Не ори. Отдай. Нормально. Профессионально, ты видел уже? Мастерски просто швыряю копья. Так, подожди. Ну да, сюда. Так это все не то маленько. Тут же его нету. Собери. По каким следам? Где эти следы? Я вот только людей вижу. А, так ну и следы, конечно. Дала теплая. Охотники, только уходить. Следы идти на север. Ладно, погнали, 100 метров на север. Сейчас найдем. Слушай, вот кого-то там хомячит, кажется. И, по-моему, кого-то много кого хомячит. А может, это медведь?
Вот, точно, это медведь. Хе-хе, давай, короче, повыше будем держаться. Да залезь ты. Залезь. О, давай. Кошку сюда жуть не страшно, я ее резну. А вот меня хрен кто резнет. Да вон он, смотри. Блин, да это як. Да корова. Не стрижен. Олень, корова. Тихо. Вот сюда нам надо. Вот, точно. Ну, копье. Взял. Нифига тут. Стрел, копья обломаны. Давай, короче, понасобираем все. Да будь ты, блин, мешается. А, исследуй, давай. Медведь с охотниками драться. Следи на севере. Да, ну, пойдем на север. В смысле, пойдем, подожди. Поскачем? А, в смысле, тут еще развилочка? Ну, давай, туда и туда сходим. В принципе, что, мы на машине. Нам нормально. Что нет-то? Вот, смотри, охотники. 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 Это кто? А это не свои. Пойдем, короче, охотиться. Хе-хе-хе. Не, с копьем прикольнее. Копье оно как-то бьет посильнее. Мне оно вообще нравится. Только его много ты не возьмешь. Ну, допустим, ладно, мы тут. Вот, давай, следуй. Ходите силы собирать. Вниз, по холму спускаться. Поехали. По холму так, по холму. Кто-то орет там, блин. Чё вы материтесь? Ну-ка, не ругаться. Мишка. Две. А это не наши мишки. Наверное. Вот, смотри. Намана, пока они там отвлеклись, давай по-быстренькому. Смотри. Чё тут вообще печально? Всё. Ходите медведя, кулю заманить. Следы по долине идти. Хорошо. По долине пойти. Блин. Откуда уже следопыт офигенный, а что такое? Что-то я не помню такого. Что это? А в смысле? Подожди, прочная древесина. Прочная древесина, хорошо. Три штуки прочной древесины, зачем? А я могу двоих на шампур нанизать? Не могу. Ах ты, падла. На. Сейчас, подожди, подождите, ребята. Вот где он там? На! Шкера, блин, шкура. Нормально. По стелзу самое главное все сделали. Почти. Там чуть-чуть не считается. Чуть-чуть спалились. Во, быстро. Вот все хорошо. Но я хотел древесину найти, а что-то... Вот древесина нормально. Раз. Так-то мне вот этих надо поделать тоже. А то я иду на медведя. Пока я до медведя шел, я уже все... Уже все, что можно было, потерял, растратил, раздал, подарил. Кому-то в голову, кому-то в задницу. Главное, что подарил всем. Что такое? Какой из них мой? Вот это мой. А, это медведь был? Нет, это кто был? Это медведь был. Хорош, ладно. Вискас заслужил. Как только изобретут, выдам. Сразу пару пакетиков. Вот, нормально. Да нет, давай вот сюда пока побегаем. Где мне, блин, палок набрать? Там, короче, кого-то походу медведь насилует. По-моему, где-то наверху он насилует. Тут вроде крюк был, нет? Или мне показалось? Мне, наверное, показалось. Хе-хе-хе! Лузеры! Убивайте, да, вон он, медведь. Да вон он, медведь! Ну, я же говорю, крюк был. Поползли. Вот, хорошо. Ползем, ползем, ползем. А мы можем поховать? Пока ползем, нет? Давай.
Ползем, ползем, ползем. А прикинь, промажет, ему так-то будет два крюка, на всякий случай. Сейчас кто-то кого-то завалит. Судя по всему, это будем мы, кого завалят. Мишка, я тебя спас, смотри, какой молодец. На. А вот что нам делать дальше, я не знаю. Давай цветочки соберем. Можно подумать, что мы безобидные дебилы. Фуй! На! Сейчас у кошку. Во-первых, он сейчас сожрет кошку. Это не страшно. Он уже ее сожрал. На! Стой! Тихо, тихо! Приманка! На, приманка! Да не я, приманка! Ой! Мне кажется, лучше бы... Хотя нет, наверное, так лучше, чем от медведя. Да это капец. Не, надо, короче, медведь что-то психанул. Надо, наверное, как-то, знаешь... На! Да не ко мне! Приманка, на, жри, 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 смотри, смотри. Он ест? Ест! Он не ест, он меня сейчас съест! Уй! Отвратительно. На мою приманку, по-моему, кто-то другой прибежал, мне кажется. По-моему, это был волк. Я не уверен. На еще. Приманка, жри, кушай. Кушай. Тихо, 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 тихо. Да стой ты, бляха, дура! Медведь, ты что делаешь? Жри! Вон, 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 еда, 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 еда. Еда, да не я, еда! Там еда, стой! Крюк мне в задницу надо сейчас, это, быстрее. Да не, да тебе кажется, а? Да медведь, ну ты что творишь? Быстро, я СС... А может вот так и томить надо было? Не, я сомневаюсь, что его надо было томить тем, что он нам яйки откусил. Я сомневаюсь, что этот метод поможет. Как все печально. Не, ну подожди. В смысле печально? Так-то все нормально, у нас мясо есть, все есть. Давай, короче, мне кажется, может... Ему нужно несколько раз, наверное, мяско-то кинуть. Там, одну приманочку, вторую, третью там. Смотри, Мишка! Медведик, на! Ешь! Смотри, мяско! Вкусное! Бизоны! Ну правильно, хера ему мое мясо, там бизоны, дебилы бегают, их больше. Да не, он не жрет! А я отсюда слезть боюсь. А ладно, он наверх ушел. Так, подбираем. Это нам еще пригодится. Смотри, стой! Медведь, мясо! 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 Да не, бляха, буква, вот смотри, мясо! Твою мать. Давай сюда. Я сюда, а ты вниз. Вот, нормально. А чё я красный стал? На, чтобы он... Да он психует. Ну так-то он посюда бегает. Надо подождать. Он прибежит. Когда всех завалит, он прибежит. Чтоб нас завалить. Ну, все логично. Что он там ест? Может, надо типа на картах. А то как дурак бегу, правильно? Он там на топот-то сбегается, как с лопотам, как мама. У меня идея лучше появилась. Смотри, мясо! Ешь! Не ори, ешь! Мне кажется, он умный. Поправка, он до хрена умный! Оставьте ловушки. Ох, нихера. Да он вообще так-то... Он дерзкий! И резкий, как понос. Медведь, отвали! Я ж ни черта не вижу. И я ж вообще тут не при делах. Я ж тебя покормить пытаюсь. Подожди, ловушка. Ладно, есть две штуки.
Не видно ни хрена. Ты хоть что-нибудь видишь? Я вот нет. Ага, одна есть. Не, ну это, конечно, замечательно. Так это а то ловушки, я понял. Давай пробуем сюда еще одну поставить. Ну-ка ставь. Хорош. Две ловушки есть, пойдем попробуем. Древесины нету, так-то, блин, еще бы сделать. Вот эти вот. Чучело, будущее. Пойдем. Давай, 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 бежим, 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 бежим. Моя ловушечка. Я ее не вижу, но я ее чувствую. Давай, бежим, бежим, бежим с катабазы. Бежим, бежим, давай прям сюда. Хорош. А сейчас забыл приманку. А в смысле? Ловушка же! Ну! А чё его не остановило? Это... Да я лучше со скалы нахер. А он-то умный, смотри-ка. Давай быстрее сюда. Давай, 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 давай. Надо, короче, что-то... Блин. Отвратительно все, в общем. А там еще волки позорные, смотри. Вот он. А может его через все ловушки надо прогнать? Типа он тогда, типа, устанет. Так, он сейчас их съест. А мы ему вот так мяско подкинем. А, подкинем мы. Аж три раза. Тихо, тихо. Выходи, Винни-Пух. Пыхтачок дождался. Ой! Как-то неправильно получилось совершенно. На! Смотри, на, на, на! Мяску! Мяску! А в смысле ты меня достал? Ты меня достал! Сейчас всех волков, походу, в округе нахер приручим. На! Тут мясо! Тут мясо! Да не я мясо! На! Может, ему реально надо шатать хорошенечко? Только это, видимо, не так вот, как я думаю, шатывается. Да мясо же, ну мясо, ну ешь, да не я мясо. Вон мясо лежит, смотри. Хорошо. Давай так сделаем. Давай, на-на! Может, ему реально надо сначала мозги вправить, я не знаю. После этого он будет только этот, наслушаться. Ешь. Все, не съел. Давай, тут СССС надо нажимать, я знаю, СССС. Жмите быстро на, да-да-да, на СССС. Уйди, ну-ка врейс. На-на, жрём. Бежим. Жрём. Бежим. Бьём. На. Да, короче, у нас сначала лещей понадавать. Приручи, приручи. Какой нахрен его приручи? Его убить надо. Как натуральная угроза для общества. Бежим, 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 бежим. Бежим, говорю, жрем, бежим, жрем. Кто меня укусил? У меня еще есть? Есть, отлично. Да ну, местоположение обнаружено, ну нифига себе. А я-то думаю, где я бегаю, а? Где же этот мишка? Поохотись на большого шрама. Так вот, мне кажется, может его реально убить надо, только тогда он притамится, а я что-то, блин, его... Мяском, это ж по идее квестовый, квестовый. Так, наверное... Блин, ну серия уже час, ну ладно, ничего страшного. Давненько не было, вы тем более просили. Так, ну нам-то древесина нужна, подожди. Вот древесина. Давай наберем, ловушки хоть зарядим, потому что ну это ерунда все. Не, ну я, конечно, мясо могу. В целом-то хватает нам, чтобы прожить, чтобы помереть. Давай. Так, подожди. Так, тогда на окошко нам резать. Ну. Давай, резайся. Он уже рассвет. Всю ночь бегали. В догонялки с медведей. Всю ночь играли. Нормально. Давай как-то оперативнее. Так. Ну, нас этим... Да не, нормально. Сейчас это наделаем. А я... Ладно.
Я ж ловушки хотел зарядить. Я только не знаю, помогут они нам или нет. Мне кажется, ловушки бесполезны. Ладно, давай, давайте к ловушке пойдем так. Хотя так-то они вроде неплохо ему сняли, но тут какие-то есть тут деревья. Давай соберем. Насколько хватит, зарядим. Вот. Еще есть? Ой, навонял так. На. Ловушка изготовлена, одна заряженная. Вот это. Еще одна. Сейчас вторую зарядим. Зарядили. Я думаю, наверное, давай-ка вот поставить, что ли. Да, давай, наверное, мы одну поставим. Да нет, ты что делаешь-то? А, да. Она ж не сделанная была. Давай, стой. Во! Другое дело. Пойдем ему. Дадим в задницу укольчик. А не то, о чем ты... Ты мне тут давай заканчивай такие мысли. Начинается. Хорош! Смотри, да ловится вообще прекрасно. Ловись. Медведя большая и огромная. Так, пока у нас... Наш догоняет. Стой! КТ, стой! Блин, и что, за нами бегаешь, что ли? А, ладно. Давай еще зарядим. А что зарядим? Ловушки-то одноразовые. Да у меня офигенные они. Кошка, ты куда? Ты зачем испугала так медведя, что он щеманул аж Гималаи от нас? Блин, что тут пугаешься-то? Хорошо, давай тут зарядим. А он, наверное, так по скрипту должен убегать. Ну, так, наверное. Так, а зачем это я? Не ори. Не ори, медведя спугнешь. Лучше древесину дайте мне. О, древесина, отлично. Ну да, точно все. Сейчас он за нами, наверное, погонится или там. А, так смотри, логично. Он, во-первых, за нами погонится, во-вторых, он потом щеванет, наверное, дальше, наверх. Ну. Так, и сюда. Так, соответственно, тут зарядим. И убегать сначала будем куда-нибудь вот сюда. Вот эту давай зарядим. Тоже вариант неплохой. Во. Теперь пошли. Так, поедем. Где он там? А может, слушай, и я и неправильно подумал. Ты что-то этих ловушек понамать сколько. Где мне на него хочется? Вот он! Почему я не зарядил эту ловушку? Давай зарядим. Нет древесины. Давай не будем заряжать тогда. Давай, кошка драная, дерись. Я помогу. Бей его. Не так, вот так. Бей, давай. Хорош, давай еще. Еще, одну за другой. Давай, стрела, пошла. Пошла, 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 пошла. Да не, нормально, смотри, накидывай только в путь. К слову. К слову, бежать надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ловушки-то далеко. А не, он отсюда, короче, он отсюда не выйдет. Я понял. Хорошо, давай тогда там зарядим ловушек. Вон, я вот древесину вижу. Короче, медведь сегодня будет наш, ничего не знаю. Сегодня сидим, играем, пока медведь не будет наш. Это дело принципа. Либо мы его не помрем, это, не убьем, либо не помрем сами. Но по большому счету, смотри, мы его 2/3 хп снесли. Снесли. Значит, какой вывод? Он смертный. Значит, мы делаем все правильно. Тем более по заданию написано, поохотитесь. Ой, еще. Мяско, хорошо, это надо. Вот тут надо вот заряжать все. Где он? Бежит. Вот там бы вот ту бы еще зарядить. Вообще было бы замечательно. А мы ее не успеем, наверное. Давай быстрее, быстрее. Заряжай, заряжай, заряжай. Зарядил. Хорош, поймал. Подвинься. Подвинься, дебил. Мне от тебя убегать надо. Ловушек еще надо. Сломал. Молодец. Ой. А древесины-то больше нету. Это так, слово. Ладно. Енотик бегает по кругу. Я знаю, как от него убегать. Давай всплывай. Чё ты как мешок с картошкой падаешь?
Уй! О, нихера, он плавает. Я не думал, что он плавает. Я думал, он на мелководье просто залазит. Да, в принципе, насрать. Где моя дубина? На-на, погнали! Это. Давай! На! Сейчас леща раздавать будем. Ну-ка, свалил. Так, жрем, бежим, жрем. По старой хорошей технике работаем. Мне бы еще знать, где... А ты в смысле? У меня хп так-то до хера было, если что. Убежал! Поймал! Нет, не поймал. Убегай. А какого хрена? Все, потушили все, пофигу. Пофигу, бежим. А выход нужен. Твою мать. Жрим. Бежим. Жрим. Че ты управляешь? Жри, говорю. А еды нету? Нет, есть. Нету. А что-то как-то не так мы делаем совершенно. Подожди. Красного листа нет, ничего нету. Мяса нет. Ёп твою ж за ногу. Спокойно. Спокойно. Отставить истерику. Ой, блин. Короче, мне нужно мясо, слушай. Вот ты как мясо сойдешь, давай мясо. Стрела. Мясо. Че-то вот еще. Нам, короче, мясо вообще реально надо. Вообще паршиво с мясом. И красного листа нету. Резко. Не, ну можно, конечно, знаешь что? Пускай хоть этот будет. Всяко не одному помирать. Вон еще, смотри. Мясо есть? Копье. Древесина. Копье. Блин, я так-то... Я не хочу расходовать просто этот... Древесину сейчас. Потому что... Я не знаю, в какие ловушки он бегает, зараза. Так-то. Ладно, пойдем с тобой. Куда отсюда еще ману? Вот видишь? А если бы там поставили бы, да фиг бы он сюда когда добежал. Берлог. Все просто отвратительно, да, наверное? Ну, не все. Но многое. А может отсюда просто понакидывать ему? А, ну да, понакидали, ага. Давай, меси его! Коты! По мордам, зверюги! Почти завалили! Чутька осталось! Коты, давай, давай, еще удар! Еще! Так, переучить, пока не вылечится. Переучаю. Как не удалось? А, не, удалось. Фу. Ой, твою мать. Подожди, мне как на тебе кататься надо, посмотрите. О, это жесть. Я-то думал, сейчас тут 2-3, блин, как-нибудь это этапа, еще что-нибудь такое. Нормалек. Слушай, как на тебе кататься? Там где-то это было. Выживание, вот, зверей. Вот. Нет, приучение ловких зверей, не то. Барсуков. Да нет, тут было же. Вот, ну так у меня все она прокачана. Наездник. Вот, и бурый медведь. А больше-то ничего нету. А как мне, допустим, на них поездить? Я не знаю. Эх. Ну ладно, давай тут пока прокачиваем. Это я могу? И это могу. И мне нужно вот это оживление. Ладно, в общем, ребят, давайте мы на этом закончим. Все ссылки. В смысле, не удалось переманить? Вот же, я же переманил его. Я что-то не понял. Большой шрам, ну. Так. Ну-ка, давай, уйди. Почему не могу-то? В смысле не удалось? Чуть виднее какая-то.
Вот, теперь давай, знаешь что? Теперь давай вызовем его. Прикинь, реально говорить не удалось. Ну ладно, ребятки, на этом все. Все ссылки в описании под видео. Серия понравилась. Большой палец вверх. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. И на паблик. Всем удачи. Всем пока.